Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас на свадебном фестивале Happy Wedding Fest. Есть уже лица, которые примелькались и ждут какой-то активности от организаторов. Что же сейчас будет происходить? Всем интересно узнать. А сейчас будет происходить розыгрыш подарков. Скажите, кто-то сегодня заполнял анкеты участников? Вот, девушка, покажите. Заполняли? Поднимите руки. Кто? У кого есть бумажечка с заполненными анкетками, которые были на входе, раздавались нашими дорогими хостес. Да, вспомните, посмотрите по карманам. Вы можете сейчас выиграть один из очень вкусных и сладких призов от организаторов Happy Wedding Fest. Итак, друзья, достаем первый номерок. Номер 322. Читаем, кто же победитель этого? Богдан Оксана. Богдан Оксана, вы победительница и получаете сладкий приз. Богдан Оксана, мы ждем вас возле сцены. Богдан есть, Оксана, вот вижу, есть, вижу, слышу, вижу, да. Бежит на всех парах. Эта девушка сегодня делала мне макияж. Так, громче, вам приз. Сладкий подарок от сладкого фестиваля свадебного, да, который у нас здесь. Если... Друзья, скажите, а есть в этом зале молодожены? Вот реальная пара, которая собирается... В этом году, да, сыграть свадьбу. Есть такие? Сыграть свадьбу, обвенчаться. Есть. Вам предоставляется скидка, 10% скидки на оформление выездной церемонии от студии декора и флористики Star Decor. Посмотрите, вот их стенд с большим-большим сердечком. В конце, и вы получаете целых 10% на то, чтобы оформить свою свадьбу именно в таком стиле. Давайте поаплодируем. Аплодисменты, друзья. Замечательному подарку. Спасибо, проходите. Есть невесты без женихов, а пара, где жених и невеста. Вот, в принципе, я вижу двух молодых людей. Возможно, они уже обвенчались или собираются скромно, это сделать. Да, давайте скромно себя ведут. Немножечко познакомимся. Добрый день, как вас зовут? Анна. А вас? Алексей. Скажите, пожалуйста, вы пара, вы пришли сюда непосредственно для того, чтобы посмотреть на все то, что на выставке делается, да? На когда у вас намечается свадьба, возможно? 1 августа. Подходите сюда к нам, у нас есть для вас небольшой подарок. Давайте поприветствуем эту замечательную пару. Громче, друзья! И аплодисментами. Скажите, у вас будет выездная церемония? Не будет выездной церемонии. Тогда от свадебного салона Crystal скидка 10% на свадебный торт вы получаете. Торт, наверное, есть на каждой свадьбе. Что бы там ни было, а торт на каждой свадьбе есть. И вы получаете 10% на скидку для того, чтобы этот прекрасный свадебный торт украсил ваш стол. Давайте поаплодируем! Я бы хотела сейчас пригласить на сцену одного из представителей свадебного салона Crystal Salon. Вы можете подойти. Вот организатор Евгений, он вас проведет. Проведет и покажет вам непосредственно их стенд. Итак, дальше. Будем тянуть, как ты думаешь, Сереж? Давай одну вытянем, а потом посмотрим еще, есть ли у нас пара. Итак, следующий. Счастливчик. Под номером... 277. Номер 277. Читаем, кто это? Николай. Николай, точно, представляете, Николай. Выиграл парень. Дата свадьбы 16 июня. И фамилия его Карасев, если я наверное. Не ошибаюсь. Николай Карасев, мы ожидаем вас. Это вы, да? Аплодисмент! И такое бывает, говорят, не падает молния в одно дерево, дважды не попадает, а у нас человек выиграл подарочек. Какой, Мари? Вы выиграли очень интересный подарок от ресторана. XO эксклюзив, сертификат по 500 гривен на ужин в ресторане. Можно сделать фотосессию. Я уже представляю просто, как это все у вас пройдет. Стенд XO, ресторан эксклюзив находится... Вот вы заходите, да, с левой немножечко стороны. Немножечко дальше, такой зелененький у них баннер. Девушка-представитель вот девушка, XO эксклюзив да. есть у нас. И она вручает вам сертификат на 500 гривен, 500 гривен на, на предсвадебный ужин. Давайте поаплодируем. Аплодисменты, хороший подарок. Давайте еще раз вытянем, попробуем, может быть, попытаем кто-то у вас... удачу, кому-то она сейчас точно улыбнется. Номер 278. Булик Виктория. Виктория Вячеславовна.
Смотрите, как им везет, да? Давайте это, поаплодируем. Это же не море подарков ожидает вас сегодня на свадебной выставке Happy Wedding Fest, и вы получаете... Агентство «Свадебная соната». Подарочный сертификат на аренду декора для свадебной церемонии. Представители «Свадебной сонаты», мы просим вас подойти для вручения сертификата этой замечательной девушке. Невесте потенциальной, конечно же, потенциальной невесте, ради которых мы все с вами, организаторы, собрались... Представитель агентства «Свадебная соната» вручает сертификат, подарочный сертификат на аренду декора для свадебной церемонии. Аплодисменты, пожалуйста, и сонате, и вот замечательной невесте. Спасибо. 295. Номер 295 выиграл Ярко. Инициалы Яве. Ярослав, может быть, или... Ярослава, Ярко, фамилия. Она выступает моделью. Если можно, если она недалеко, пускай подойдет. Хорошо, и мы огласим, что же получит эта замечательная девушка. Она получит от студии «Инстанс» сертификат на предсвадебную фотосессию. Действует при заключении договора на фотосессию свадьбы. Представляете, модель выиграла фотосессию для себя. Как же ей повезло. Какой это для нее подарок на самом деле. Поаплодируем, гости, поаплодируем замечательному подарку. И давайте следующий, да? Пока. Еще один. 303. Номер 303, победительницей Олейник. Юлия, наверное. Олейник, Ю или Н? Дата свадьбы 8. 15. 08.15. Да. Аплодисменты, да, давайте поаплодируем. Вы получаете тоже от студии «Инстант» сертификат на предсвадебную фотосессию. Действует при заключении договора на фотосъемку свадьбы. Пожалуйста. Первый сертификат нашел своего хозяина. И еще один сертификат. Да, да, да. Аплодисменты, пожалуйста.